Technological basis of NBR and talk about image quality. Но прежде чем говорить о технических особенностях технологии узкого спектра, очень важно обратить внимание на качество эндоскопического исследования, качество эндоскопической картинки. It seems quite difficult to identify something interesting from this photo. На этой фотографии достаточно трудно определить какую-то область, которая бы привлекала внимание и была бы область интереса. But how about this? You may be able to identify the mimic moss on the tree from this photo. На соседней же фотографии мы достаточно четко можем различать определенные детали, структуры и определять области, сами области интереса. About this photo, I think it is much easier to identify the mimic moss on the tree back here. А на следующей фотографии определить отдельные детали становится еще легче. Indeed, I improved image resolution from this photo to these photos. В итоге профессор Гун увеличил разрешающую способность эндоскопического изображения от предыдущих поколений вот до поколений, вы видите на фотографии последних. For getting these photos, I improved on image contrast. Для того, чтобы улучшить качество последней фотографии, профессор Гун использовал как раз усиление контраста. So actually, image and contrast enhancement is what NBR does. Таким образом, именно контрастное усиление – это именно то, что делает узкоспектральная технология. I would say NBR is a technology to provide you with enhanced image contrast. И как раз технология узкого спектра, она обеспечивает усиление контраста эндоскопических изображений. So, but contrast, its meaning is a little bit broad meaning. Улучшенный контраст, улучшение контраста состоит из нескольких компонентов. I explain the detail of meanings of the image contrast. Некоторые детали как раз этого процесса. So, image contrast is a difference in brightness between the background and target. Контрастность – это, по большому счету, разница между областью интереса и фоном, окружающим фоном. So regarding this photo, the target is a mimic moss. Вы видите на этой фотографии область интереса, цель достаточно плохо визуализируется на фоне, на окружающем фоне. And the background is a skin of tree. И поэтому окружающий фон должен повышение контрастности улучшает разницу между целью и фоновым окружающим фоном. In order to get the final contrast enhancement image, I have to use some software like Photoshop. Для того, чтобы увеличить контрастность, профессор использует некоторые компьютерные приложения по типу Photoshop. And but I also in your daily practice you cannot use Photoshop in your daily endoscopy. Ну, конечно же, при вашей клинической практике вы вряд ли используете такие программы, и это не представляется возможным. And therefore, the system for the endoscopy must identify the target automatically. Поэтому существует потребность разработки компьютерных программ, которые позволяют выявить область интереса автоматически.
So the I know the blood vessel pattern and the mucosal pattern are very important target for your daily endoscopy. Говоря о целях эндоскопического исследования, конечно же, выявление рисунка структуры слизистой оболочки и рисунка микрососудов является очень важным в принятии тех или иных клинических решений. So, how to identify automatically the target? Fortunately, I can use optical characteristic of the target. Говоря о цели, об объекте внимания, необходимо использовать определенные оптические характеристики этой цели, этого объекта. И в этой связи используются как раз кровеносные сосуды и гемоглобин. So you know the blood vessel has a special protein, which is hemoglobin. Сосудистый рисунок формируется, как вы знаете, сосудами, содержащими кровь, которая содержит гемоглобин. So this graph, x-axis is color of light, which is a wavelength. Это здесь на представленном слайде вы видите гистограмму, которая отражает определенные оптические свойства гемоглобина. Around is blue and green and red. Это области синего цвета, красного и зеленого. And you can see the hemoglobin absorption has a really unique features. И гемоглобин в этом отношении имеет уникальное свойство. Hemoglobin can strongly absorb light in the blue range, right here, and also green range. Гемоглобин сильно абсорбирует волны синего цвета и волны зеленого цвета. And therefore, I can use two wavelengths, blue and green, narrow wavelengths. И в связи с этим, как раз для того, чтобы воздействовать на эту цель, на гемоглобин, мы можем использовать волны синего и зеленого спектра. Automatically the target, which is a blood vessels. Используя эти спектры, мы можем автоматически найти цель, то есть найти сосудистый рисунок. This is a very important basis of NGI. Это одна из самых важных основ технологии NGI. Concept is very simple, but works well. Концепция достаточно простая, однако осуществление ее достаточно технически непросто. So the concept is very simple, and therefore the system configuration is also very simple. Техническое воплощение применения узкой спектральной эндоскопии, так же как и концепция, достаточно просты. You will use XL2 or XL3. Your light source has a very small glass filter. This is NVI filter. Используя системы XL2 или XL3, в этих эндоскопических системах существует так называемый NVI фильтр. If you push the button around the operating knob of endoscope to activate NVI. Для того, чтобы активировать режим NVI, вы знаете, необходимо просто нажать на кнопку, которая находится в рабочей части эндоскопа. NVI filter is moving at the front of the denoma lamp. NVI фильтр перемещается в зону луча, который поступает из осветителя. And the color of illumination change from white light to the more bluish light. И таким образом излучаемый свет меняется с белого на сине-зеленый. We see this illumination characteristic. As I said, you can see the two wavelengths, blue and green. Вы видите здесь характеристики излучаемого света. Они состоят в основном из двух спектров. These two special wavelengths can automatically identify the blood vessel as a target. И благодаря именно этому
Свету этих спектров мы можем автоматически идентифицировать со студийской рисунок. And then you can get a really nice professor of town, like here. И вы действительно можете получить очень четкий и хороший рисунок сосудов. Please remember, NDI is based on the optical technology, not digital image processing. Особое внимание профессор подчеркивает, что это поистине оптическая технология, это не технология обработки изображений. So I will show you a couple of the chemical images. This is the direct asparagus. You can identify the boundary, normal asparagus and the direct asparagus. Профессор предлагает несколько эндоскопических фотографий, и на данном слайде представлены эндоскопические фотографии пищевода Барретта. И используя узкоспектральную эндоскопию, мы можем очень четко определить границу плоского эпителия и цилиндрического эпителия. And this is a case of the oropharyngeal cancer. I expect you may be able to detect our region as a brownish area here. Другой случай раннего рака пищевода, когда с помощью узкоспектральной эндоскопии мы можем четко идентифицировать участок, патологический участок и определить его границы по коричневому оттенку образования. And also that draws more correctly the margin of the lesion for the gastric cancer here. Это случай раннего рака желудка, и на этом слайде мы можем четко определить демаркационную линию между опухолевым участком и окружающей слизистой оболочкой. So that from now, I will explain how I developed NDI as a behind the story of R&D of NDI. И несколько слов об истории развития системы NDI, о том, как она создавалась. Actually, in 1996, I was doing very basic experiment for the optical biopsy system. В 1996 году профессор Конор начал свой эксперимент по так называемой оптической биопсии. Optical biopsy means not to take a specimen, so system can automatically diagnose this is a tumor or benign. Оптическая биопсия предполагает не выполнение биопсии из патологических участков, а только с помощью определенных изменений цветовых показателей определять опухолевую ткань и неопухолевую ткань. In order to achieve that, we have to analyze a signal from the reflected light from the mucosa. Мы постарались проанализировать уровень отраженного сигнала от слизистой оболочки. But unfortunately, our project was failed because of our result was very unstable. Но, к сожалению, из этого ничего не получилось, поскольку результаты применения этой технологии были очень нестабильны. But I got an idea, and I got the very important findings. The right penetration depths highly depends upon the color of light. Но благодаря этим экспериментам профессор Гонн понял, что существует определенная зависимость между цветом длинной волны и глубиной проникновения в биологические ткани. For example, the blue light, its penetration depth into the tissue is highly limited within a very superficial range. Например, свет синего спектра проникает очень поверхностно, в поверхностные слои слизистой оболочки. But more longer wavelengths, like red light, can go in more deeply into the tissue. В противоположность этому, свет красного спектра проникает в очень глубокие слои слизистой оболочки. Right.
И это послужило принятию определенных решений и предположений, как мы можем использовать эти характеристики в диагностике. Okay, let's move on to the experiment. I used a very, very poor and cheap experiment, etc. to make a proof of concept. Следующим этапом был собственный эксперимент профессора Гона. Это достаточно простой и дешевый, недорогой эксперимент. You can see the scientific camera and the irrigation system, the pig organ and the graft. Вы видите камеру, излучатели и сам объект, участок, на который нанесена кровь. The reason why I use the graft is to mimic the pig organ or capillary graft on the pig organ. Причина, по которой была использована кровь, это очень простая, поскольку необходимо было имитировать сосудистый рисунок на поверхности свиного желудка. Actually, so this graft is my graft. Честно говоря, это кровь профессора Гона. Because of the safetyness, I don't like to use any other guy's graft. Он не любит вовлекать в подобные эксперименты кого-то другого. Okay, let's move on the more further step. Это следующий этап. Using the same experiment, I sit them at the front of the camera and open the mouth and expose backside of my tongue, right here. Это следующий этап эксперимента, когда профессор Гуна сидел на стуле на фотографии и облучал свой язык с помощью облучателя. And using the narrowband blue light, I could get a world fastest narrowband image of my tongue. Облучатель испускал волны синего и зеленого цвета, как в NBA. И это продолжалось достаточно длительное время. So you may be able to see the fine capillary pattern on the black and white images. This was the world fastest narrowband image. И камера фиксировала получаемое изображение, и здесь вы видите рисунок сосудов, который получен как раз при излучении языка профессора Гона, и это, по большому счету, первое NBI изображение. Actually, so I remember that experiment was really tough because of a series of 4 hours experiment. I got really sunburned. Это был очень тяжелый эксперимент для профессора, поскольку облучение продолжалось около 4 часов, и возникли определенные проблемы с воспалительного плана. And also my tongue had a severe burn. Он чувствовал жжение на своем языке. I remember almost 2 days I couldn't get any food. И в течение 2 дней было достаточно проблематично даже принимать еду. Okay, so that's fortunate. I could get really nice images. Но тем не менее мы получили очень хорошие изображения. Okay, let's move on to the human experiment. Следующим этапом было исследование непосредственно клинической практики. At that time, my prototype was very, very troublesome, and it is very difficult to use in daily practice. Система, которая была предложена первоначально, была очень тяжелая, громоздкая и вряд ли использовалась бы в клинической практике каждый день. And therefore, I was first patient. This is me. И тем не менее эту систему протестировали на единственном пациенте, это также был профессор Гон. I remember almost 1 hour I got a GI endoscopy. Во время эксперимента гастроскопию пациент профессор Гон проводил в течение часа. И насколько я смог уточнить, он сказал, это было, конечно же, без седации. Of course, no sedation. Именно так. But so I got really nice images and movie clips of NBI, and I could confirm the proof of concept. Тем не менее, благодаря этому эксперименту профессор получил определенные данные, которые подтверждали его концепцию
необходимости выявления сосудистого рисунка. And then we privately launched World Prostate Product at NBI 2006. И уже в 2005 году компания Olympus выпустила первую эндоскопическую систему, которая имела в себе возможность использования узкий спектр. And nowadays you can get the second generation of NBI on XS3, which is our newest product. И на сегодняшний день вы можете уже использовать следующее поколение узкоспектральной эндоскопии, которая интегрирована в систему XR3. For the second generation of NBI, you can get much brighter right here. На системе NBI второго поколения мы можем получать эндоскопические изображения в узком спектре гораздо более яркие, чем предыдущего поколения. I really expect you are able to use NBI with more easy way. И, конечно, вы можете использовать узкий спектр гораздо проще и чаще. So this graph shows a number of critical papers regarding NBI, VICE, and ICE-CAP. Это обзор публикаций, посвященных методикам контрастного усиления NBI, VICE и ICE-CAP. So for NBI, a number of papers is closely reaching up to the 800 papers. При этом следует отметить, что научная работа, посвященная NBI, количество достигает практически 800. I would say NBI is being the standard in your daily practice. Поскольку NBI имеет самую большую доказательную базу, это может быть использовано для стандартов клинической практики. So as heard here, as you showed here, so NBI is as a history. NBI is a result of the collaboration project between the physicians and engineers like me. И на самом деле узкоспектральная эндоскопия NBI это проект, который был создан при тех экспертах. In the near future, I really expect to do some collaborations with Russian physicians here. И в самом ближайшем будущем профессор Гона хотел бы сотрудничать и с российскими экспертами. Thank you for your attention. Спасибо большое за ваше внимание.